Вы упадете. Нет. Не, мы так упадем точно. Все, готовы? Да. Круто! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Мы сегодня находимся у подножья горы Айпетри. Да, кататься хотя. У подножья горы Айпетри, ребят, здесь обалденная красотища. Собственно, покажем вам, как мы сюда ехали, расскажем вам про дорогу, как сюда добраться. Красотища не сильно видно, конечно. Да, мы сейчас в облаке. В облаке вы. Дальше вот такую ватрушку. Ваня, это высоко. Нормально, сейчас вместе поедем. Ребят, всех с Новым годом, с Рождеством. С Рождеством. Да, мы, извиняйте, не выходили в эфир, очень много дел. Да надо туда съездить, как бы. Ну, вот мы решили приехать на Айпетри и показать вам эту красоту, друзья. Проезжаем гору Бойко, вот она, собственно, впереди, ее видно. Ну и справа там гора Орлиный Залет, и снизу у нас река Кокоска. Вот. Мы там были, на реке, да, вон, Кокоске. Вот люди вовсю пытаются объехать эти ямки. Ну, кто-то спрашивал, возможно ли проехать на Айпетри на низкой машине. Собственно, вот сами все и видите. Вот вам и ответ. Да, возможно, только единственное, что да, осторожно и аккуратно объезжая все эти ямки. Было написано, что дорога перекрыта от Соколиного до Айпетри, но машины все едут и ничего не перекрыто, все нормально, дорога открыта, ну просто все огонь. Вон, посмотрите, слева горы. Классно, запах прям такой лесной, запах такой небольшой сырости, да, так вот сырых листьев. Доехали до той вершины, где начинается снег. Контраст. Красота такой, да? Обалденная. Да, самое, ну, прям приятное, что посветлело. Ну, сами понимаете, снег. И плюс еще мы находимся уже на большой высоте. Стало намного светлее. А то мы ехали прям, ну, так мрачно, темно. Как-то думаешь, блин, ну, уже вечер, что ли, уже настал. Мы все едем. Вот. Красота. А здесь прям зима, друзья. За бортом температура минус 3 градуса. Минус 3. Да, вот минус 4. В Джанкое, Симферополе минус 1, 1 и 0. Как будто в сказку попали. Это заснеженные деревья. Настоящая зимняя сказка. Даже в окнах у нас.
приехали на одну из вершин Айпетри. Но у подножья находим сейчас этой горы. А Айпетри само не видно, потому что мы сейчас находимся в облаках. Вот. Да, здесь вот приехали, туман. Стоянок много, как бы тут каждый выбирает для себя место, где можно покататься. Ну вот мы остановились у самой ближайшей. На голову прицепил Соньку. Пойдем вон туда, пошли. Пойдем съезжать будем. Будем гонять. Единственное, друзья, ну вот этот вот горный пейзаж, горный вид я вам не покажу, потому что все в тумане. Ну, здесь, конечно, офигеть. Просто здесь огонь, друзья. Здесь круто. О, детям класс. Взяли вот такую вот ватрушку. Одни санки. Ой, дети довольны, ребят. Прям готов? Да. Ой, я только что чуть не упал. Все-таки настоящая зима, когда снег, все горки, веселье. Не зря мы поехали, да? Не зря. Хотя уже сомневались. Сомневались из-за того, что, ну, не то, что сомневались, просто дети устали. Очень долго ехать. И... Ну, очень... хорошо. Да, этого стоит. Это да, такое это стоит было. Старт, внимание, марш! Поехали. На старт, внимание. Ваня, на детей еду. Сейчас врежу. Извините. О, вот это да. Меня за... Это, ну, ватрушка, вот, берешь ее, но она разгоняется, конечно. Погнали ли? Давай. Отойди! Круто, Лёнь! Ребят, мы полетели, это жесть. Такая скользкая эта ватрушка. Здесь на попе можно съезжать. Сейчас иду в машину, поднесу камеру. Потому что с камерой, конечно, кататься не очень прикольно. Она, ну там вот горочка, как я вам сказывал, там вот горочка идет. И настолько сильно тебя подкидывает прямо на этой ватрухе, что, собственно, камеру, блин, еле, да, даже, ну, очень сложно удержать. И может чревато последствиями быть, может просто убить эту камеру, потому что она говорит, что пищала. Вот, короче, иду сейчас, отнесу все это дело и нормально покатаюсь. Машины со стороны Айпетри едут. Ну, дорогу вот, посмотрите, посыпали. Только что ехала машина, которая расчищала, ну, КамАЗ ехал. Расчищал дорогу. Вот, дорога нормальная, не скользкая. Вот. Так что смело едьте. Прям, ну, нету гололеда, хотя там 4 градуса, вроде, морозы. Гололеда нету. Вот едут машинки, сейчас спускаются уже, чтобы не ехать потемну. Вот люди уже едут домой. Вот уже все едут. Накатались. Все едут домой, короче, так. Все, сейчас вот детки
переоденутся. Да, замерзли. Переоделась. Подзамерзли, да. Но температура минус 4. Сейчас я дам. Ну дай, вот дай. Покатались. Свое удовольствие, конечно. Пьем чаечек. Ребят, вот так, чтобы приехать зимой на Айпетре, мы еще так никогда не ездили, летом мы на Айпетре уже были, а вот чтобы зимой вот так вот, никогда в жизни, это наш дебют, первый раз. Получили огромное удовольствие, прям, конечно, все огонь. И самое главное, вот мы увидели снег, потому что соскучились за ним очень сильно. Ну, а в Джанкое и Симферополе как бы снега, ну вообще там в Симферополе чуть высыпало, в Джанкое вообще не было. Вот, ну а на Айпетре прям круто. Вот люди еще приехали, смотрите, ночь уже, как бы 6, ну ночь относительно, ну уже вечер, темно. 6:27. И люди вот приехали и кататься. Наверное, после работы, я не знаю, ну, хотя сейчас выходные. Офигенно светит луна, прямо все освещается. Ну круто, конечно, мы все под впечатлениями, друзья. Думаю, вам показали. Дали вам информацию, у кого есть желание, приезжайте, дорога открыта. Единственное, перерыли дорогу, это если вы заезжаете с Севастопольской трассы в сторону Танково. Если вы едете с Симферополя, едьте через Бахчисарай, не едьте по... Получается, если вы едете с Симферополя, там доезжайте до Бахчисарая, там кольцо, не едьте на первый съезд по трассе, а едьте именно через Бахчисарай и в сторону Соколиного. Дорога открыта, все нормально, дорога вся чистится. Висит табличка возле Танкова, якобы дорога закрыта, но эта табличка осталась, потому что дорогу, да, закрывали, но ее закрывали для того, чтобы почистить вот эту серпантинную трассу, начиная от Соколиного. Вот, так что приезжайте, катайтесь. Мы остановились у подножья Айпетри, так как были нависают облака, все в тумане, как бы особо тут, ну, вам не показать, как бы, но я думаю, информацию все равно вы получили. Все, пьем чай и едем домой, ребят. Всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Друзья, все, ищем стаканы и едем.